зрители нашего канала. Показываю вам. К Новому году готовимся. Сегодня 31-е. Смотрите, кстати, какую прелесть купила на Джуме. Вот такая штучка. Ну, бутылка моя, как говорится. Вот сюда вот ее. Ну, она также может разными этими. Прикиньте, такая штучка больше 1000 динар стоит. Вот бутылка с этими гирляндами. Больше 1000 динар в Лидл стоит, представьте. А я эти штучки то ли за 100 рублей, то ли за 90 на Джуме у меня в рублях просто стоит. Вот представьте, по-моему, даже 75, ну, короче, то ли 150, то 200 динар, представьте. Вот, показываю вам, вот у нас еще здесь гирлянда. Это вот зал. Вот такой вот у нас стол будет. Потом вам покажу наш столик, как будет все красиво в таком русском стиле. Бутылку мы эту решили на улицу поставить. Мы сейчас убираемся, посмотрите. Мужиков выгнали. Мужики наши гулять пошли. А на улице красота, надо мусор выкинуть. Без снега. Новый год без снега будет. Ну ничего, не всегда ж снег. У меня девчонки в Краснодар переехали, они тоже без снега. Вон яблочки, представьте. Листвы нет, смотрите на деревьях, ничего нет, а яблоки есть. Вот живучие, вот живучие. От кошки, блин. Видите эту скотину? Повадились к нам. А сейчас не видно, у соседа классно тоже оформлено. Вечером у всех светится, поэтому решили сюда вот поставить бутылочку. Но это не Россия, это Сербия. Здесь бутылочку не сопрут. Ну, надеюсь, хотя мало ли. Может, здесь кто захочет. Ладно. В дом я вообще в летнем платьишке. Так что... Так, Яси украсили. Что вам покажу? Мы же Яси. Тут у нее тоже порядок. Порядок. Тоже такую же бутылку вторую не нашли. Просто ей вот так вот окно сделали. Ну, тоже симпатично. А то у нее тут своя красота. Ну, комната большая, симпатично. Покажу чуть-чуть медовик. Медовик делала. Ну, как-то здесь на Новый год они так вот не делают, как я. Я прям наделала по-русски салаты, торты. У нас прелесть. Вот такая вот у нас елка. Еще раз покажу. И вот что у нас теперь, какое освещение. Ай, красота какая! Ляпота! Вечера, а где-то уже стреляют. Ну, все пропустила. Соседи стреляли, я все пропустила. Вот так вот. Так же еще Новый год не начался, а сербы уже вовсю стреляют. Смотрите, как у нас со стороны видно, смотрится. Мы сейчас, тут у меня еще бутылка, это должна светиться. Я ее включу. А они там смотрят этот мультик новогодний. Ну, погоди. Вот так вот. Блин, пропустила. Хотела вам все показать. И все пропустила. Мы специально жалюзи открыли. Чтобы вот так вот было у нас тоже это светилось. Красота. Ну, короче, везде стреляют. Но не видно. Но хорошо слышно. Поставили. Вот я на стол поставила. У нас будет оливьешечка, конечно. Крабовый под шубой. Сделала вот такой торт солененький. Еще курочка будет. Так что мы пока с Ясей про Новый год старый. Всех с Новым годом! Еще нет. Еще мы сейчас по московскому времени спразднуем, а потом у нас папа придет. Будем по сербскому времени праздновать. Oh!
возьмет. О, уже 12. Давай. Давай, давай, сейчас папа у нас как запалит, уже надо шампанское пить. А он 12, уже Новый год. Ой, ой, вау, 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 ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой, а мы я что снимаю? Ай-яй-яй. Что-то он у нас плохой. Ай-яй-яй. Так, все, везде закончилось. Тут папа еще запускает. Вау! А где? А что? И все? А-а-а, вон тут что-то. Вау! Гадость какая! Шампань! Давай, давай, давай! Ой, какой у нас стол! Давай, давай! Ну, папа! С дымком пошло! У-ху! Довели детей! Папа, дети в шоке! Можно! Все, шампанское! Все, с Новым годом! Вас, господа, будем пить! Января тут стол прибрала. Мы уже кушаем и кушаем, прибираем периодически. Смотрим маску старые выпуски новогоднюю. Новую жду, когда выйдет. Яська все жует до сих пор. Никак не наживется. Мужики спят наши. Ну, Арсений встал, но в обед уснул. Хочу показать 1 января. Тишина гробовая. Здесь тоже отдыхают все. О, солнышко, да вы посмотрите, какое солнышко. Вот это я понимаю. Травка зеленая. Вот это 1 января. Я вам показывала салюты, здесь вообще стреляли. А вон она, наша палочка, тоже вчера Радован тут стрелял. Что тут еще? Ох ты, еще остались. Наверное, сегодня еще будем стрелять. Сегодня выходной в Сербии, как и в России. Я вообще в летнем платьишке вышла. Ну, солнышко, вон, специально вам на солнышко снимаю. Вот так вот, вот такой вот у нас. Ох! Стреляют еще до сих пор где-то. Ну, яблоки меня поражают. Давайте вам поближе. Это же надо так зимой. Яблоки на голом дереве. Нет, вон кто-то ходит. Кто-то один ходит. Так в основном никого нет. Вот такой вот у нас Новый год. Пойдем зайдем в дом. Мужу звонят, но муж спит. Я трубку не беру, пусть сам отвечает. Ёлочку пока выключили. Ну все, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Будет еще много-много интересного. А я вас всех люблю. Пока-пока.